В России север непростой. Он русским называется. Сей край с особой судьбой святыней считается. Из века в век в монастырях духовность сохраняется. Здесь чаще встретишь люд в церквях, он праздно не считается. И мирно с давних пор живут карелы, ненцы, русские, саамы, коми, также чтут традиции культурные. Таким был север испокон, таким он и останется. В него кто только не влюблен. Приедете, понравится.